мы выбираем профессию учителя ради того, чтобы тоже так же помочь детям самоопределиться в жизни, найти свой верный путь. Есть на земле профессия призвание, точка отсчета всех профессий на земле. Учителем зовем мы человека, который мир познания нам открыл. Это строчка из гимна всех, кто ежедневно вкладывает в головы людей ценные знания. 5 октября традиционно отмечается праздник День Учителя. К этой дате приурочили большую учительскую неделю. Она проходит во всех регионах России, в том числе и в Ульяновске. На этой неделе мы проведем большое количество рабочих групп, мозговых штурмов по обсуждению следующего года. Мы об этом уже не единожды говорили, что президентом следующий 23-й год объявлен годом учителя и наставника. И не один раз я уже говорила, что учитель – это не профессия, это служение. И когда учитель со звонком заходит в класс, где 25-30 пар глаз смотрят на него и верят ему. Мероприятие «Большой учительской недели» охватит все районы Ульяновской области. Ключевыми событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России», награждение победителей конкурсов «Мастер года» и «Директор года России». Кроме того, состоятся заседания Совета учителей-блогеров, пленарное заседание форума учителей сельских школ. В школах обсудят важность профессии учителя. Ну и на протяжении всей недели мы говорим о роли учителя в современном мире, о его значении, об актуальности, о том, что учитель – это не просто профессия, учитель – это миссия, учитель – это назначение, учитель – это целая планета, очень важная в жизни каждого ребенка. Сегодня в регионе начинают готовить педагогов уже в школе, начиная с 5 класса. Такие профильные знания дают в нескольких школах города и области. В губернаторском лицее номер 101 при ЛГПУ, Корсунской и Языковской средних школах. Здесь детям преподают основу психологии и педагогики. Большинство учеников идут в педагогические классы осознанно и мечтают стать учителем уже сейчас. Я хочу в дальнейшем стать педагогом, чтобы помогать людям реализовывать их потенциал. Выбрал эту профессию, потому что в нашей школе работает много замечательных учителей, которые меня на это вдохновили. Также в рамках Большой учительской недели лучшим педагогам губернатор Алексей Русских вручит ведомственные награды. Напомним, что акция организована в России впервые и приурочена к 2023 году, который президент Владимир Путин объявил годом учителя и наставника. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.